здесь написать «Работа – это наша подгорная улица, только со стороны гор, там, где есть скалы небольшие». Мы туда забрались, с Эльвирой Рустамовной, и мне открылся такой вид интересный. Я говорю, я обязательно это сделаю, я это напишу. Но вот этот тоже пейзаж, наверное, вы узнаете. Это вид из моего окна, так он бантом. Здесь у нас пчела, будет образ весны. А это Тритополь, когда я иду на работу, у нас по аллее в детскую школу искусств, там есть Тритополь. Снег упал, и мне вот показалось, что это наставление мудрец, и мудрец наставляет маленького мальчика. Вот он тоже, его крылья еще только растут, но он ему дает какие-то наставления. И вот, дойдя до этой работы, я хочу сказать, Раиса Михайловна, я благодарю вас за то, что вы всегда мне даете такой вот толчок в жизни, волшебный венок, за то, что вы предоставляете свое, ну, это вы, благодаря вашим стремлениям, Зульфия Басарова выставка, вот, спасибо вам большое, и в дар музею я хочу подарить эту работу нашему краеведческому музею. Почему именно эту выбрала? Потому что здесь вот мудрец, я считаю, что самое главное здание, самая главная организация, которая вообще есть в любом городе, в любом поселке, в любой деревне, это музей. Там собирается история и народа, и государства, и всей той там, окружающей среды, которая есть. Вот краеведческий музей, действительно он такой. И это же память, это же реликвия, они сохраняют это все. Ну и идет преемственность, то есть у нас много экскурсий, много поколений здесь бывает. И вот как бы вот такой вот символ, такая картина, которую я хотела бы подарить. Спасибо большое. А вот эта работа, я по воспоминаниям выполнила. Это у нас, мы ездили с художниками и с вокальным хором, у нас хор. Мы ездили